Привет, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. Сегодня мы разбираем, как быть самооценкой, что конкретно делать, чтобы решить этот вопрос. В одном из предыдущих видео я говорил о том, что кардинальное решение вопроса самооценки находится за пределами вот этой самооценки, когда человек способен действовать, как если бы этого вопроса не существовало. Независимо от того, какая у меня самооценка, я делаю то, что хочу, и все. Но как к этому прийти практически? Есть простое практическое упражнение. Вы даете себе время 3-4 минуты каждый день в первой половине дня и погружаетесь в фантазию о том, как если бы этот вопрос был бы действительно решен. Вот и решен, и все, и вы так живете. И вы тестируете совершенно разные сферы жизни. И вы один, вы в обществе, вы с близкими друзьями, вы с незнакомыми. Утро, вечер, день, ночь. И возвращаясь из этой фантазии, вы приносите крохотный кусочек, самый маленький, какое-то одно маленькое действие, которое вы делаете в течение дня. Вы как будто воплощаете вот этот решенный вопрос с самооценкой уже в текущей жизни. И ситуация начинает быстро меняться. Вот так.